Всем привет! Это видео будет про изготовление вот такого вот многоцелевого охотничьего ножа. В его основу лег мой эскиз еще вот от 2014 года. Изготовил я уже шаблоны, по которым все будет делаться. Есть каленая полоска стали N690 до 60 дней с порокулы. Приступаем к работе и будем по возможности снимать все происходящее на видео.